Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами проектом. Называется Q-Comment. Здесь легкий заработок на выполнение различных заданий. Кому-то он подойдет, кому-то не подойдет. Это, друзья, проект на любителя. Значит, ну, тут все прочитайте, я уже зачитывать здесь ничего не буду. Значит, минимальный вывод отсюда от 100 рублей. И зарегистрированных пользователей, обратите внимание, почти 3 миллиона. По поводу регистрации, значит, кликаем «Регистрация», можно зайти через соцсети. Но я советую зарегистрироваться стандартная форма регистрации. Здесь прописываем логин, email и пароль. Разгадываем капчу. Здесь ставим галочки. Кликаем «Зарегистрироваться». Вот, я писала логин, не как обычно свой, но написала вот Елена, все на латинице, и плюс 4 цифры добавила, потому что так мне не проходило. Далее. После чего попадаем в кабинет. Мне на почту пришло вот такое вот письмо. Тут написано, нужно подтвердить адрес электронной почты. Но я что-то я не нашла. Возможно, я плохо смотрела. Здесь, смотрите, вот у них соцсети, Twitter, Facebook, почта. Ну и здесь вы почитаете все. Вопросы-ответы, правила, все такое. После чего идем вот сюда. Я установила аватарку. Кликаем «Все проекты». Персональные избранные. Так, настройки. Здесь прописываем вот язык. Платежные реквизиты. Я прописала Payeer. Они вот недавно добавили Payeer кошелек. И сохранила. Здесь я галочки не стала ставить. Ничего. Далее вот здесь поставила все галочки. Они здесь вроде как стояли. Значит, социальные сети. Я привязала только Facebook, профиль. Значит, ну здесь я написала все как бы о себе. Поставила все языки. Вот здесь как бы аватарку загрузила. Экзамены я не проходила. Экзамены, сдать экзамен. Верификацию не проходила. IP не проходила. И здесь вот смотрите, возвращает в социальные сети, добавить. И здесь ВКонтакт. Мне ВКонтакт почему-то тоже не добавить. Фейсбук, Инстаграм тоже мне опять-таки не добавить. Что-то мне здесь эррор выпадает. Вот. Ну, с одноклассниками я вообще не дружу. Вот. Ну, ладно. Далее что? Здесь черный список, если какие проекты нам не подходят. Выход. Так, партнерская программа сразу. Сейчас я уже начала здесь. Здесь вот реферальные ссылочки на главную страницу, на страницу регистрации. И рекомендуем для привлечения авторов на страницу «Как заработать в интернете». Вот ссылочка. Далее кликаем «Промо-материалы». Здесь вот есть видео, можно загрузить себе на YouTube. И вот опускаемся ниже, вот здесь вот баннер есть. Так, что еще здесь? Персональный, это что у нас тут? Ничего. Так, возвращаюсь я опять сюда. Значит, что? Здесь поддержка, здесь сообщение, здесь баланс. У меня на данный момент рубль 89 копеек. Здесь есть, если мы кликнем, можно в долларах, можно в рублях.
минимальный вывод в долларах от 1 доллара, в рублях от 100 рублей. Далее, что еще я вам расскажу вкратце, как бы. А там, если вас зацепит проект, как меня, сами уже будете разбираться. Вот здесь статистика. Смотрите, здесь вот нолик стоит. Работы, которые необходимо доработать. У меня их нет. Это мои 9 заданий. Работы на проверке. Так как мы сначала выполняем здесь задания, они идут на проверку. Потом их одобряют. И как бы вот на проверке у меня 9. Переходят вот на основной баланс. У меня 2 проекта оплачены. Ну, 2 оплаченные работы. А 9 на проверке. Это вот на сумму на 8 рублей 2 копейки у меня на проверке. А 2 вот работы у меня оплаченную. А здесь вот красный нолик. Отклоненные работы будут отображаться, если они будут. Далее что? Вот здесь такие задания. Поставить лайк посту, например. Да? Оплата 0.50 копеек. Поставить лайк на Facebook. Опять вот здесь вот 60 копеек. Вот это вот что-то. Дзен. Рубль 0.1 копейка. Прямой эфир лайк 50 копеек. Вот Евросип, например, вот 75 копеек. Вот такие здесь как бы, да, задания. Если на задание нам не нравится это задание, вот здесь выбрать проект, кликаем сюда, потом вот сюда, черный список, и отправляем в черный список. Подписаться на телеграм-канал. Рубль 14. Выполнен один раз. Вот, выполните веб-берис какой-то, тоже 75 копеек. Сделать репост. Подписчики, ходьба по сайту, это я не люблю, я отправляю это в черный список. Я выбираю такие, какие мне подходят. Скрин с экрана, боже упаси, я это тоже не собираюсь делать. Вот. Просмотреть пост. Требуется скриншот. Вот это я тоже. Подписка на крутой паблик. Так, подписка. Автомобили. Потом Twitter, Telegram. Скриншот. Это я не хочу. Хочу вам показать хоть одно задание, чтобы вы знали хотя бы, как здесь что делать. Так, подготовка. ВК подписчики я тоже не хочу. Так, репост YouTube. Это что, выполнена подписка? А, LinkedIn. Это у меня есть как бы, но... Вот. Найти в Google. Это тоже вот здесь много. Выбирайте себе, какое вам задание по душе. Вот. Так, тут скриншот требуют. Так, давайте посмотрим. Так, опять лайк. Вот, 0.75. Лимит не установлен. Осталось 9 заданий. Кликаем вот сюда, на этот лайк, например. Лайки. Значит, нет, этот я не буду. Сейчас обратно вернусь. Ну, давайте вот лайк посту, я не знаю, азартные игры. Вот этот, значит, здесь вот приступить к выполнению проекта. Кликаем. Значит, что от нас требуется? Так, поставить лайк посту. Перейти на сайт заказчика.
кликаю, нас перенаправляют. А, редирект. Так, лайк. А вот это мы ставили, у нас не получается. Вот лайк ставится, вот у меня, я здесь зарегистрирована. Вот здесь вот видите, это дизлайк, это лайк. И вот он не ставится, видите. Это мы уже делали. Значит, мне не поставить лайк. Здесь можно что? Отказаться от проекта. Клику отказаться. Отказаться, еще раз отказаться. Назад в списку проектов. Не получается. Так. Это ВКонтакте. Ну, здесь вообще 2 копейки. Ни о чем. Чтобы такого вам показать. Так. Сейчас какое-нибудь задание найдем. Другенькое. Чтобы вы хотя бы имели представление. Вот. Выполни действие, я вот эти вот и не люблю. Вступить в группу ВК. Так. Я так лайк, это я вот смотрела. Что у нас здесь еще? ВК, ВК. Так, сейчас найдем чего-нибудь. Вот, подписка на YouTube. Давайте кликнем. Значит, подписываемся на YouTube канал. По возможности делаем короткие, а лучше длинные просмотры роликов. Ставим лайки, комменты, репосты. Добавьте смотреть позже и так далее. По возможности. Делаем как бы, да? Вот, у вас есть 25 минут для выполнения задания. Клику «Приступить к выполнению». Значит, перейти на сайт заказчика. Даже вот это. Вот оно, вот это видео. Господи, не скопировать же. Копирую. У меня 25 минут. На все про все. Так. Подписываемся на YouTube. Подписаться. Кулеры для воды пусть будет. Ну что, я кликаю первое видео. Выключу пока звук, поставлю я лайк. Так, что еще от нас там требуется? Ставим лайки, комменты, репосты. Репосты это поделиться, значит. Ну, давайте поделимся. Ну, тут можно написать что-нибудь в комментарии. Интересно. Спасибо за видео. Точка. Оставить комментарий. Ну, вот я как бы оставила. Далее я поделиться. Ну, поделюсь я в Твиттере. Так. Твитнуть. Возвращаюсь. Так. Это я закрываю. И что далее? Так. Ставлю на паузу. Что еще требуется? А теперь опускаюсь ниже. Значит, ссылка на YouTube канал, на который вы подписались. Ага. Ссылка на канал.
Возвращаюсь. Кулеры видим, да? Вот это я подписалась. Беру я ссылочку, копирую. Возвращаюсь сюда, вставляю сюда ссылочку. Далее ссылка на ваш YouTube канал и на мой YouTube канал. Я кликаю мой канал. Это мой дополнительный YouTube. Кликаю, копирую, возвращаюсь, вставляю и не кликаю отправить. Вот здесь вот отчет времени. Все. Вот это здесь вернуться к списку проекта, назад к списку проекта и мои работы. И вот мои работы, все, которые на проверке. Вот я выполняла. Вот. Возвращаюсь вот сюда, и я возвращаюсь к списку проектов. Так, за сегодня одна работа. Посмотрите, у меня уже... Я когда начинала писать, у меня было два как бы одобрено. И у меня стало уже, пока я вот тут вам все показываю, у меня уже одобрили один проект. И на балансе у меня стало 3 рубля 9 копеек. Вот, ну, в районе 3 дней где-нибудь как бы вот идет одобрение. Человек, парень, под которого я регистрировалась, он выводил неоднократно с этого проекта денежку. Он здесь работает как бы уже какое-то время. И вот он выводил, я смотрела видео. 200 рублей. Вот опять же таки вывод обрабатывается, друзья, в ручном режиме. Ну, будет что выводить, естественно, я, собственно, ручно проверю его на вывод. Меня проект как бы и зацепил. Неплохо можно и заработать. Вот. Как я сказала, вывод минимальный здесь от 100 рублей. Я автор, можно заказчик, можно автор. Здесь как бы вот на выполнение задания. Здесь все это погуляете. Ссылочки рекламные я вам показала. Здесь финансы. Здесь у меня как бы и нет. Пополнение счета, вывод. Вот. И вот Pair добавили. Я и здесь обращаем внимание, вот читаем как бы всю информацию, что они здесь проценты высчитывают. Минимальная сумма для вывода 110 рублей. Видим, да? Можно на Яндекс Юмани, Киви, на Visa и Pair. Но Pair у меня прописан в настройках. Поэтому у меня здесь стоит галочка. Также здесь все это читаем. Вот информацию. Такой вот проект. Кому интересно, присоединяемся. Ну, не интересно, друзья, проходим мимо. Это проект на любителя. Вот. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.